We're now in a thing called the age of the customer. So мы сейчас находимся в век или в эру клиента. И сейчас очень многие бизнесы, очень многие компании, будь то услуги B2B, либо B2C, они становятся клиентоориентированными. Я думаю, что конференция проходит как раз в очень хорошее время на российском рынке, который сейчас формируется. И судя по тому интересу, который слушатели проявили, судя по тем вопросам, которые они задавали, мне кажется, что как раз вот эта тема была очень нужной на конференции.